Валентин Пичугин стал одним из номинантов международного конкурса «Пишу в стиле Шукшина». Как и известный писатель, мужчина знает о жизни села не понаслышке. Валентин живет в селе Богатом Самарской области и является горячим поклонником творчества Василия Шукшина. Я просто очень люблю творчество Шукшина. И специально ездил в гости к нему на Алтай, проехали весь Алтай, чудесные места – чудесные люди. Это самое главное, наверное. Ни горы, ни долины меня так не поразили, как гостеприимство, участливость людей. Международный конкурс проводится в Самаре в третий раз. В нем приняли участие поклонники творчества Василия Шукшина из Москвы, Петербурга, Израиля, Белоруссии, Молдовы. Этот конкурс для тех, кто интересуется творчеством и пробует свои силы в писательском искусстве, то есть пишет в стиле Шукшина. Вот. Герои Шукшина у нас – это вот простые люди. Талант высокой простоты. Так говорят о творчестве писателя. Шукшин писал о простых людях. Прототипами многих героев были его односельчане. Писатель жил в селе Сростки на Алтае. Участникам конкурса предложили написать рассказы в его стиле. Когда много диалогов, интересные образы, обязательно присутствует чудинка. Сам собой конкурс, конечно, был достаточно сложный. Но отрадно ощущать то, что каждый конкурсант по-своему готовился, каждый конкурсант вложил в свою работу частицу своей души. Немало было сказано слов о простонародье, немало было сказано слов о нашей глубинке. Награды победителям вручили в день рождения писателя, 25 июля. Интересно, что дипломы и подарки за первые три места уедут на родину Шукшина, на Алтай. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.